оказание адресной социальной помощи, о проведении праздника «День города Конаково», об установлении тарифов на услуги работы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города. Эти и другие вопросы разбирали на очередном заседании Совета депутатов. На повестке дня 10 вопросов. По каждому пункту разбирали приложенные материалы, уточнялись неясные моменты. Только после этого народные избранники принимали решение единогласно. На самом деле заседание прошло продуктивно. За короткий срок разобрали самые актуальные на сегодняшний день вопросы. Все пункты поочередно были изучены и тщательно рассмотрены. Особое внимание со стороны администрации города и Совета депутатов уделяется оказанию адресной социальной помощи. На заседание был озвучен список граждан, которым будет выплачена общая сумма в размере 153 тысячи рублей, 23 тысячи из которых пойдут на протезирование зубов, обратившиеся за материальной помощью. Вера Михайловна обращалась и в прошлом году, и мы рассматривали и отказывали в связи с тем, что не все документы были собраны. Но в этом году она вот собрала все полностью, у нее есть и ходатайство от гастроэнтеролога в связи с тем, что ей необходимо зубопротезирование в связи с язвенной болезнью желудка и хроническим гастродуоденитом. Поэтому комиссия предлагает оказать ей адресную социальную помощь в размере 23 тысяч рублей на зубопротезирование. Не менее актуальным вопросом на заседании был вопрос о проведении праздника Дня города Конаково, который будет отмечаться 30 июня. До него еще не скоро, а подготовкой праздничных мероприятий необходимо заняться уже сейчас. Для этого был сформирован оргкомитет, в состав которого вошли депутаты города, сотрудники городской администрации, представители местной власти, экстренных служб, управляющих компаний и организаций, а также работники культурной деятельности. Этот пункт депутаты поддержали единогласно. Также на заседании разбирались вопросы об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план города Конаково, информационных отчетах контрольно-счетной комиссии за прошлые годы.